два дня назад. Я ничего незаконного не делал. Меня просто сказали лежать. Я лег, и меня стали бить. Я не сопротивлялся, ничего не делал. Потом увезли автозак. Автозаки тоже били. Особенно в интернете. Ну так получите то же самое в ответ. Что не так? Что не так? Вы что, хотите пытаться свергнуть власть, сломать что-то, уколоть, оскорбить, как это вы делали вначале больше, сейчас меньше, и ждете, что перед вами я или кто-то на колени станет и будет целовать песок, по которому вы бродили? Не будет этого. Поэтому вы должны это четко представлять. Ведите себя по закону. И на пешеходном переходе, когда они пересекали улицу, как она там, или Верх Оружия, или что-то, да, там, вот это вот, да, вот эти вот тонированные два микроавтобуса, вот это, из них выскочили люди и просто начали забирать тех, кто находился на пешеходном переходе. Навстречу им ехали два велосипедиста, у них были белые браслеты, их туда закинули. Откуда мы все это знаем? С ними была девушка. Вот, и девушку в очень грубой форме откинули, обозвали, и их, вот, парней, их забрали. Да, парней забрали. С тех пор у нас нет никакой информации, где, что и как.